А на четвертом мосту этой ночью впервые включили фонари. В краевом управлении дорог пояснили, проводили проверку освещения. Помимо фонарей, у моста есть еще дополнительная система подсветки снизу. Такой нет ни у одной переправы в Красноярске. В ближайшее время ее также планируют проверить. Напомню, официальная дата открытия четвертого моста – 28 октября.